Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой поиграем в Resident Evil Village, деревня. Тот скажет, ты же его проходил. Да, я проходил. Но здесь есть бонусы, здесь есть дополнительные игры, называются Тени Розы. Еще есть какой-то Мерсинейсер какой-то, новые приказы. Новые приказы какие-то, не знаю. Вот, поиграем с тобой Тени Розы, поехали. Говорят, дополнение на 3-4 часа. А что дополнительно? То есть новая игра Shadow of Rose. Дополнительно. Папина куртка. А, можно костюм. Папин. Не, мы папину куртку пойдем. Мы пойдем в папиной куртке. Поехали. Рекомендуем играть Тень Розы после завершения основного сюжета. Продолжить. Да, мы прошли основной сюжет. Как я понимаю, Роза типа вернулась в тот замок или куда-то, да, там. Низкий, чтобы не перетруждаться. Для обычных. Да я обычный игрок, как бы. Просто обычный игрок. На 3-4 часа, говорят, игра. Дополнение. Привет. Прости, что опоздала. Ничего, я вот на солнце греюсь. Ты хотел сказать мне что-то важное? Только надеюсь не про то, что Крис зовет меня вступить в свой отряд. Я уже 100 раз сказала ему, чтоб он отстал. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничьих псов. Нет, спасибо. Речь не об этом. Вообще, речь о тебе. Да? Я волнуюсь за тебя. Как дела в школе? Серьезно? Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают? В смысле, считают меня чудовищем? Эй, хватит. Послушай, ты не чудовище. Чудовище. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... Ага. То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? Что я какое-то кошмарное существо? Нет. Так лучше. Если нет друзей, то я их не убью. Ты бы избавилась от способностей, будь у тебя такой шанс. Я бы не думала ни секунды. Что ж, ладно. Тогда я кое-что покажу тебе. Кое-что ты уже знаешь о том, что Миранда помешалась на мутами цели и ставила эксперименты на живых людях. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл, удаляющий мутамицели из тела. Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет. Нет, но это лишь часть ее записей. Однако, кажется, я догадываюсь, где раздобыть недостающие данные. Круто. Давай искать. Где они? А, здесь. Что? Это часть мегамицели. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним, включая Миранду и все, что она знала. Войди в его сознание, и ты, возможно, раскроешь загадку очищающего кристалла. Стой. В смысле, войди в его сознание? Ну, в общем, ты... Ты связана с ним. Это позволит тебе получить доступ к его знаниям. Это безумие. Так не может быть. Да, 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 Роза, но это не опасно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Думаешь, это сработает? Я предлагаю попробовать. Хуже не будет. Что я должна сделать? Ты... Блин, я не знаю. Может, настроиться на него? Вдруг получится? Ну, ладно. Ладно. Попробую. Thank you.
То есть я правильно понял, мы просто это воспоминание. Роза, то есть мы... прямо очень странное, скажи ведь. Ага. Ей будто постоянно что-то мерещится. Крипово. Не подходи к нам, да. Чудовище. Кинь, как ему вообще с ней дружить. У нее на руке что-то шевелится. Меня сейчас тошнит. Заткнитесь. Роза, не подходи к нам, чудовище. Чудовище. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Что-то шевелится. То есть это просто воспоминание, то есть мы на самом деле никуда не перемещаемся, то есть по сути это все будет происходить у нас, грубо говоря, в голове. Я еще здесь? Ай, пес! Пес? Ты где? Пес! Стоп. Что-то не так. Найдите очищающий кристалл. А вид от третьего, да, лица здесь? Это как бы да. А можно вид от первого лица? Ну, я просто привык от первого. От третьего, как по мне, не так классно. Цинцу надо поднимать. Надо цинцу будет поднимать. Так, задача какая? У меня, кстати говоря, курсор что-то торчит. Можно убрать его. Ладно, давайте так поиграем. Посмотрим. Не знаю, как по мне... Ладно. Промолчу я про первое и третье лицо. Судя по исследованию Миранды, мегамицелий сохраняет воспоминания людей, умерших в области его действия, поглощая их своим огромным сознанием. Кроме того, по опыту прошлых контактов с плесенью нам известно, что зараженные мутамицелием люди объединены в своего рода плесневую сеть. Ни хрена себе, плесневая сеть, ребят. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что люди с сильной взаимосвязью с мутамицелием, не знаю, почему у меня такие сложности с произношением этого слова, могут контактировать с воспоминаниями умерших, которые хранят мегамицелий посредством данной сети. Предположительно, эту теорию можно испытать на лабораторном образце мегамицелия, который мы добыли 16 лет назад. Осталось лишь найти подопытного, у которого есть поврежденная связь с плесенью. К сожалению, это проблематично. Правила нашей организации запрещают нам прямой контакт с людьми, зараженными мутамицелием. Этические причины этих ограничений легко понять, но они сделали невозможным подтверждение данной теории. И это ужасно, ведь какую огромную пользу могла бы принести людям возможность сохранять и индексировать человеческое сознание? Это шанс сохранить и даже восстановить величайшие умы. Возможно, нам удастся как-то обойти эти бюрократические пределы. Курсор надо убрать, да? Что? А как нам садиться там, ну? А ты не садишься? Осмотреться вокруг. Не знаю, как по мне, с видом от первого лица было бы интереснее. Хотя, может, в настройках можно поменять. Ну ладно, поиграем от третьего. Это типа классика Resident от третьего лица. Не знаю, как по мне. Атмосфера не так. Когда ты идешь с видом от первого лица, у тебя создается ощущение, как будто ты сам. Как будто ты вот с видом от первого лица, как будто ты сам ходишь. Вот у меня лично такое ощущение создается. А с видом от третьего лица, как бы, не знаю, как будто не я. У меня нет ощущения, что я в игре. А... Что-то можно подобрать? Надо действовать быстро, иначе я буду следующий. Я должна добыть этот кристалл. Это мы в замке Димедреску. Мы, кстати говоря, бегать не можем, она не бегает на shift. Жопа. А тут что? Опять 10 проходов. Это что? Ботинок. Это не батьки нашего, не Итана. Ботинок-то. Или что это ботинок может быть? Какая гадость! Что да. Это? Не знаю. Сенсу надо поднять. И курсор убрать. Выпусти меня.
Давай выпущу. Тут кто-то есть? Здесь опасно. Что? Почему? Держись, я попробую поискать ключ. Не забывай, найди ключ от камеры. Не забывай, ты в воспоминаниях. То есть на самом деле ты сейчас сидишь на стуле и пускаешь слюни. То есть по сути это твое сознание, ты в сознании. Куча всякого говна какого-то. Это что? Куча трупов? Ну и чё? Остановился чё-то. Куча трупов. Так. Роза. Да-да-да, я вижу надпись Роза. Это мое имя. Да ты что? Правда? Чтобы создать предмет искусства, достаточно украсить труп зайчонка. Разложение не помешает. Примечание. Можно использовать грим, он добавляет жизни. Дневник, документы, подсказки. Найм карт. А мы что-то здесь можем взять? Что-то я хожу. Не поймешь, какая это жидкость. Так. Ну, как всегда, начинает какая-то гадость уползать. Это батя сейчас наш. А, видишь. Это что еще за хрень? Мы наступили, какое-то воспоминание, что ли? Сюжет примерно находится в снаряжении, да, спасибо. Так, батя, не батя. Подождите, а туда можешь пройти, мне интересно? А, нет. Она бегать не может. Нас пугают. Гадость. Гадость не в радость. А? Что это было? Темно как-то. Ты там, мать? Да, F. Теперь открыто. Что это? Здесь что, у меня яркость подкручена, ребят. Немножко. Вообще на самом деле ни хрена не видно. Спасибо. Я чуть не... Ты же просто как... Я... Кто ты вообще? Я Роза. Что тут происходит? Надо уходить. Да подожди. Здесь слишком опасно. Ты ж в воспоминаниях, что ты удивляешься, мать? Ты ж просто в воспоминаниях бегаешь. Нам кого-то здесь убивать будем, как Итан, ходить? Стой! Мать? Подожди! Я бы хотел. Хотя, может, здесь просто побегушки будут. Ты куда? Помочь? Помоги поднять.
Куда ты идешь? Кстати, извиняюсь. Нет, не пропустить. Настройки, звук. Громкость речи. Я не знаю, опять куча этих настроек, какие динамический диапазон, устройство воспроизведения, виртуальный звук. Дайте мне обычное. Обычное это. Вот так вот. Громкость речи надо повыше. Я не знаю, узкий диапазон. Узкий? Какой мне вот надо? Широкий, узкий. Какая разница? Я не понимаю. Между узким и широким. Хотя бы написали бы объяснение, то, что надо. Ну, я надеюсь, то, что нормально будет слышно. Я извиняюсь, если будет плохо как-то слышно что-то. Задолбали эти настройки какие-то расширенные. Для кого их делают? Для каких? Я на обычных наушниках играю или на колонках. Понаделают всякие дебилизмы. Че там? Ты че? Какого хера? Я хочу туда сходить. Тихо, 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 мать, не трогай, тихо. Вдруг что-то сейчас сломаешься. Че, нету, да? Их тут много. И все выглядят. Ты знаешь, что тут происходит? Ага, да, тоже там сидит. Надо открыть ворота. Это типа, да, это типа воспоминания, какие-то страхи, наверное, переживания и все прочее говно. Нужно скорее найти эту ручку, ищи глубже. Глубже? Ищем глубже. Ищем глубже. Подожди. Хочу туда сходить. Там дверь была. А, мы здесь выйдем, видимо. И направо. Я понял. Мы выйдем и направо. А, это мы. Это наш трупик. Тут столько трупов. Ага. И все твои. Заметь. Ох, ёпту. Дура напугала. Неужели её... О, боже. Что тебя все так это пугает? А, ну хотя она в такой жопе-то не была. Это Итан у нас был во всякой жопе. Он там видел такого, чего другие не видели. А она тогда... Она, видимо... Ой, тут закрыто. Ты где? О, господи! Высасывающих душ. Возможно. Нет. И все, только отталкиваешь, и все. Херач еще. Черт, они повсюду. А куда бежать-то? Говорят, бегите. Иди сюда. Да. Быстрее, блядь, пиздата маленькая. И что я сделал? Давай, давай, давай! Да, двери тут охуенно быстро открываются. Ну,
он еще один хуже. Убежали. А ты можешь как-то магию эту еще применить? Ну, она же как-то делала. Это тупик. У тебя же магия какая-то была, напрягись. Нет! Отвалите! Ну? Что за хрень? Как тупала, дай немножко, ребята. Сюда. Бежим, бежим, бежим. Сюда. Хорошо. Куда? Сюда. Я хочу. Я хочу чихнуть, но я не буду. Не буду. Извините. То есть, да, этот замок же Демодреску. Ну, сюда пришли же, когда было это. Куда пошла? Зачем в эти воспоминания полезла? Ты цела? Что? Кто? Кто ты вообще? А может, это наш батя? Не враг. Ладно. Что там были за твари? Что здесь происходит? Уходи скорее. Как? Что это? Где я? В замке Демодреску. Ты что, не знаешь, что ли, мать? Ну ты что, беги, пока можешь. Ты что, не играл в Резидент, что ли? Сначала мне нужно избавиться от этой мерзости. Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна найти его. Пока не найду, не уйду отсюда. Слишком опасно. Кто ты? Мой ангел-хранитель? Ага. А может, у тебя есть имя? Раз ты ангел, наверное... Гавриил, Михаил... Михаил. Майкл. Ладно. Майкл. И что теперь? Михаил. Здесь опасно. Уходи. Сохраняемся. Сохранились. То есть, а ящики мы здесь какие не будем открывать? Ух ты. Получить от вас столь важное задание – великая честь для меня. Сообщаю, что переданная вами жидкая бездна обладает чудесными свойствами. Ее самое очевидное применение – дать моим псам во время охоты. Это поможет им преследовать добычу. А еще она славно замедляет зайчиков, помогая поймать их. Некоторые по глупости входят в нее, и тогда им конец. Я не сомневаюсь, что смогу с ее помощью оправдать ваши ожидания и добиться желаемого результата. Какие псы, какие зайчики? Вот здесь вот Демидреску жила. А здесь мы висели, кстати. Да, я помню. Так, Санса низко, неудобно. И курсор мешает. Ну, пускай будет. Пускай будет. Так, а что, мы сохранились? Тут сохранились. Так, подождите. Давайте еще раз сохранимся. Лекарство. Да ладно. Открыть снаряжение. Лекарство. О, бедняжки. А, это мы. Да. О, этот. Этот как его? А чё, мы ящики ничего не можем открывать, да?
Этот, как его зовут? Забыл. Еще одну поймали. Видишь, какая бойкая. Лучше бы так бойко убегала. Тогда наша охота получилась бы гораздо более будоражащей. Отпусти! Отпусти! Остается лишь пожалеть, что нам попался столь хиленький зайчонок. Какая жалость! Если бы тебе все же удалось сбежать, то смогла бы взять этот очищающий кристалл. Кристалл? Кто это? О, можно начинать охоту на нового зайчонка. Посмотрим, быстро ли она бегает. Такая глупость, ребят. Найди ее! Привести ко мне! Теперь он здесь главный злодей. Блин. Надо валить отсюда. Что это такое чувствую? А у нас еще магические навыки-то, мы как-то будем им пользоваться. Слава богу, выход. Черт! Что теперь? Не знаю. Не дает двигаться. Насрать, идем. Надо скорее валить. Нет. А, ну, видимо, это был не выход. Я думал, надо типа дойти, она там откроет как-то. Надо валить отсюда. Подожди, а куда там? Вот это вот, что за цветки такие странные? А куда нам надо? Слава богу, выход. Угу. Черт! Что теперь? Теперь идем назад, значит? В опасности. Нужно оружие. Пистолет. Серьезно? Батин, дайте пистолет. Я просто и не думал, что... Где я возьму пистолет? Прикоснись к словам. Что? Вот так? Ну ты же в воспоминаниях каких-то. Просто... Я не думал, что назад бежать, потому что там же монстры были. А кто бежит назад к монстрам? Прицелься и стреляй. Окей, бро. О, типичный резидент Evil. По 10 выстрелов в голову. Ну, блин, стрелять с видом от третьего лица, ну такое себе. А у нас же магия какая-то была. Где эта магия? Что это такое? Блин. И чё? И куда мне? Задача-то какая? Осмотреться вокруг. Интересно, где мне теперь найти нового зайчика? Да, добудь очищающий кристалл. Он ушел. Ну, мне кажется, это замануха. А ножа у нас нету? Тут кругом какие-то эти. Здесь автосейвы, как я еще понял, есть. Небольшие. Кристалл, да, я вижу, ребят, скажут, что тут кристалл, кристалл же. Да-да-да, я ищу патроны. Во-первых, есть сейв. Во-вторых, можешь сюда сходить.
тут? Тут ключ какой-то надо, какие-то там глаза. Понятно. Даруй мне то, что видит истину тремя глазами. Что видит истину... Но ключ, который видит истину тремя глазами? Я понял. Я много слишком хочу, да-да-да. А чё там по этому? Подождите, пойдемте по этому сходим. Матрошки у нас есть, но... Видимо, это кристалл. Апостолам нужны маски, бронза, серебро и золото. Надо найти эти маски, чтобы открыть ее. Когда они облачатся, путь к свету будет открыт. В общем, маска на... Ага. А самое главное, маска, наверное, у этого будет. Забыл, как у Бонифация у этого. На одно, на два гнезда и на три, наверное, у него. Большой кристалл излучает голубоватое сияние. Большой кристалл излучает голубоватое сияние. Так, ну понятно, нам надо будет идти туда-сюда. Давайте уже в следующей серии сходим туда-сюда. Но это мы закончим, такая серия будет небольшая. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.